Территория княжества делится на 10 районов и 3 коммуны. Одна – это Ларвотта. Тут расположен один из самых лучших пляжей – мелкая каменная галечка, беснующаяся от кормежки рыбки в воде, яхты миллиардеров и миллионеров. Несмотря на отсутствие наземных парковок как таковых, в городе присутствует огромное количество подземных многоуровневых паркингов. И удобно то, что первая часть стоянки тут везде бесплатной. И для особо активных можно передвигаться по городу на машине, подобно опыляющей бабочке, без особых финансовых затрат. Княжество Монако – одно из самых маленьких государств в мире. Расположено на юге Франции. Его площадь всего 2 квадратных километра. Самая богатая и известная коммуна – это Монте-Карло. Здесь находится известный отель «Де Пари» и казино «Монте-Карло». Есть тут и кафе «Де Пари». Замечено, что тут очень много красивых девушек и авто. Ведь каждому есть что показать.
как город расположен на очень гористой местности, то в распоряжении туристов и жителей имеются городские лифты. Они перемещают пассажиров с одного уровня города на другой. Узнать расположение лифтов можно по карте или по указателям в городе.